Самым талантливым детям путевки на море. С 2017 года Международный детский центр «Артек» запустил автоматическую информационную систему. С ее помощью отбирают наиболее выдающихся учеников, спортсменов и других талантливых школьников, которые смогут отдохнуть в детском центре на берегу Черного моря бесплатно за счет региональной квоты. Министерство образования и науки Российской Федерации на 2017 год в Ивановской области распределено 88 путевок. Это 8 тематических смен, и количество путевок на каждую смену 10, на одну 13 и 15. Здесь нужно учитывать то, что в каждой из этих смен есть еще квота, которая установлена нам по классам. Не только по количеству детей, но и конкретно по классам и по полу детей, мальчиков и девочек. Поучаствовать в отборе может каждый. Для этого нужно создать профиль ребенка на портале artec.org. Сделать это могут как родители, так и сам школьник, если умеет обращаться с компьютером. Потребуется адрес электронной почты, данные ребенка, номер документа, удостоверяющего личность, контактные телефоны родителей. Когда аккаунт создан, необходимо загрузить подтверждение достижений ребенка в учебе, спорте или творчестве. Это могут быть фотографии с соревнований или концертов, сканы дипломов и грамот. За каждое достижение система, автоматизированная эта система, выставляет определенное количество баллов. Понятно, что если диплом уровня российского и международного получит баллов больше, нежели это будет диплом регионального или муниципального уровня, или просто благодарность за хорошую учебу. Таким образом, чем больше вы выставляете дипломов высшего уровня, тем больше набираете баллов в общем количестве. Система автоматически подсчитывает рейтинг каждого ребенка и составляет список кандидатов на получение путевок. Только победами можно заслужить отдых в крупнейшем детском центре мира. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.